Привет, дорогие друзья! Несмотря на карантин и то, что рынок закрыт, мы продолжаем делать обзоры дистанционно. Снимаем автомобили и обсматриваем их не только внешне, но и пробиваем по ВИН-коду их повреждений. Сегодня у нас Nissan Rogue 2016 года с мотором 2.5. Автомобиль в прекрасном состоянии. Было небольшое повреждение, по сути, по переднему бамперу. В данный момент в автомобиле поменяли бампер и капот. Капот был слегка примят, абсолютно ничего страшного не было. Сейчас покажем фотографии. Салон идеально чистый, целый, не затяганный, все в прекрасном состоянии и внутри, и снаружи. То есть, в принципе, салон и был в хорошем состоянии на момент продажи. У автомобиля небольшой пробег, всего лишь 22 тысячи миль. На момент продажи заводился и ехал. Вот смотрите, то есть по сути нет бампера переднего. Да, и небольшая примятость на капоте. Сзади и по бокам ничего нет. Салон чистенький. Все в порядке. Вот видите, даже телевизор по сути не пострадал. 22 тысячи пробег, как и был. Чистый салон. Все с автомобилем в полном порядке. То есть автомобиль интересный. Продают его за 12 700. Ну, это цена не окончательная, естественно, для наших клиентов. Да и в целом, вы знаете, из-за ситуации можно разговаривать. Если кого заинтересовал этот автомобиль, то звоните по нашим контактам. Будем договариваться и по цене, и по доставке. Следующий у нас на обзоре Kia Optima 2015 года, мотор 2.4 автомат, пробег 131 тысяча миль. Автомобиль в прекрасном состоянии, тоже с минимальными повреждениями. Там буквально небольшая примятость была на переднем капоте. Средняя комплектация, автомат, передний привод. Хороший большой экран, салон чистый, его уже привели в порядок, отхимчистили. То есть у автомобиля все-таки пробег был, поэтому его приводили в порядок. По кузову, как вы видите, все целое, да, то есть небольшая примятость спереди на бампере, все, да. Единственное, что пробег 131 тысяча, но это небольшой пробег. Автомобиль в прекрасном состоянии. Рекомендую к рассмотрению. Продали на аукционе за 2450. Ребята продают его за 5800. Цена, естественно, тоже обсуждается. Кого заинтересовало, обращайтесь. Далее у нас Ford Taurus 2015 года с мотором 3.5. Автомобиль был продан за $3400. Пробег 69 тысяч миль. У автомобиля тоже были минимальные повреждения. Сейчас покажем. Автомобиль не битый. Были небольшие царапинки. Их устранили. Сам по себе автомобиль прекрасный. Пробег небольшой. Повреждения минимальные. По левой стороне. И цена, в принципе, отличная. 7500 ребята его отдают. Отличный салон, хорошая комплектация, в хорошем состоянии, большой экран, все в порядке. Так, смотрим, повреждения спереди и по правой стороне вообще ничего нет. Вот слева сзади. Сейчас будет картинка. Вот оно. То есть абсолютно небольшое повреждение на двери. Да, и черкануло чуть-чуть по крылу. Все. Автомобиль в прекрасном состоянии. На момент продажи заводился, ехал. Да, то есть проблем вообще никаких. Все в порядке.
Автомобиль тоже интересный. Поэтому, кого заинтересовало, обращайтесь. А я напоминаю, у нас сегодня на обзоре был Ford Taurus. 3.5 мотор, 69 тысяч миль пробег. Продают его ребята за 7500 с минимальными повреждениями. Далее, Nissan Rogue 2016 года с мотором 2.5, пробег 22 тысячи миль за 12700. И Kia Optima 2015 года за 5800 с пробегом 131 тысяча миль, 2.4 мотор с минимальными повреждениями. Вот такие сегодня автомобили, друзья. Паромы работают, то есть оформить автомобиль можно, доставить автомобиль можно. Так что никаких проблем в этом плане сейчас нет. У кого какие вопросы, пожелания, пишите в комментариях под этим видео. Будем стараться на них отвечать. Ну и ставьте лайки и подписывайтесь. Оставайтесь с нами. Будем стараться работать для вас. Всего доброго. До свидания, друзья.